Да, происходит по очень простой причине. Слава тебе, Господи, я уже причастился, и теперь все, я уже достиг. Все, уже достиг, бедняжка. Вот в чем беда-то. В праздник то же самое, это одинаково. Что я, оказывается, достиг уже. Чего ж ты достиг-то? Ты действительно получил такую помощь сейчас. Вот, сидел в болоте. Кажется, немножко вытащили тебя чуть-чуть. Совсем не. И я уже все, ура, я больше ничего не буду делать. И опять в это болото скатываюсь. Вот, так вот, тот факт, что нападает там и уныние, и прочие всякие вещи после причастия или в какой-либо праздник и так далее, это показатель, во-первых, того, что мы совершенно неверно рассматриваем свое состояние. Вот. Не достиг я ничего, а Бог мне только показал, что можно этого достичь. Вот что, оказывается, происходит. Что это начало, если хотите, исправления или достижения, а мы уже его завершили. Вот. Это первое. И второе, которое сочетается с этим первым, что уже я, в общем-то, себя и чувствую как. Я подготовился, причастился. Я уже не фунт изюма. Вот какое дело. Вот это вот глупое, я бы сказал, я не знаю, уж тщеславная или уж какая мысль, просто, ну, глупая, конечно, да. Она меня и ранит, потому что это глупое, потому что это греховное, то есть неверное. Грех – это что такое? Это ошибка. Это неверно. Амартия по-гречески – это промах. Грех. Амартия – промах. И вот здесь – это неверно. Это грех. Я тут же, этот грех, это что такое? Рана. Вот это меня и ранит. Я уже хорош. И действительно, такое состояние, оно запросто, может быть, человек все, кажется, мир наступил, и кажется, радость, утешение, и все. И он вместо того, чтобы воспользоваться этим состоянием, и, может быть, еще побольше помолиться, что-то почитать святых отцов, как-то избежать каких-нибудь глупых встреч, я не знаю, чего такое, вместо того, он уже успокаивается, уже ничего мне на свете не надо. Все, я уже спокоен, теперь могу жить. Мне уже ничего не страшно. Вот беда-то. Вот в чем беда. Оказывается, вот это вот, вот грех, самый настоящий грех, это, так сказать, успокоение. Вот а умиротворение, кажется, хорошая вещь, смотря когда как. Вот тут ничего хорошего нет. Да, слава тебе, Господи, действительно, благодарю тебя, что так. И надо этим воспользоваться как раз, для того, чтобы это явилось началом более-менее хотя бы чуть-чуть правильной христианской жизни. А у нас все это конец. Я уже хорош. Ну, хорош. Ну, вот. Хороший, вот чувствуй свою хорошесть. И начинаем. И начинается у нас. То в душе что-то такое, то ссора с кем-нибудь, то, ну, что угодно это может быть. Почему? Потому что я уже исказил свой дух этой мыслью. Потому что суть жизни в духовной стороне нашей жизни, а не во внешней. И эта мысль уже исказила мою душу, нанесла рану ей. И все. И отсюда начинается всякое всячина.